Благодаря активистам из 40 регионов России, победителям различных экологических проектов, в самом центре города выросли целые горы вторсырья. У жителей благодаря детворе появилась возможность сдать ветхие книги, картон, пластиковые бутылки и пакеты. Все то, что мы привыкли считать мусором, на самом деле ценный ресурс. Активисты взвешивали принесенную макулатуру. Победители смогут посетить завод и своими глазами увидеть переработку вторсырья. И это еще не все. И школа-победитель получит набор экологического пособия «Климатическая шкатулка по изменению климата». Этого пособия еще нигде нету. Мы первые его привезли сюда, в Краснодарский край. Он был подписан министром природных ресурсов Донским. Гимназия «Аврора» не смогла пропустить такую акцию. Всю собранную макулатуру школьники принесли для спасения деревьев. Дома у меня бумага вся нужная, все читаем мы. Вот у моего дедушки на работе было много макулатуры, поэтому он принес ее. И я решил собрать и принести. Мы собирали бумагу, старые журналы, книжки, пластиковые бутылки, чтобы сохранить как можно больше деревьев. На экологическое движение обращали внимание не только дети. Взрослых не меньше интересовал вопрос, как спасти планету. А в завершении акции маленький сюрприз от лагеря «Смена». Ребята устроили флешмоб с зажигательными танцами, развлекая прохожих и обращая внимание на свое движение. Любой желающий мог присоединиться и выучить новый танец. Для тех, у кого накопился большой объем сырья, на утилизацию организована автомобильная доставка. Они могут привезти в город Новороссийск пункт приема вторсырья, либо позвонить по телефону в нашу организацию, и мы вывезем на наши машины, наши ребята вывезут. По окончании акции собранное вторсырье отправится на переработку в Краснодар, где пластик превратится в тротуарную плитку, а макулатура – в новый картон и бумагу. Забери!